Ну вот мы новогодний такой заряд хорошего новогоднего этого самого настроения получили. Надеемся, мы его и вам передадим в соответствующий день. Ну, вместе с нами получали это новогоднее настроение и наши гости. Это были не только мы, но там наши коллеги когда-то, которые работали на фонду, а также люди известные города. И вот часть этого, собственно, мероприятия новогоднего уже расползлась по сети интернета, по фейсбукам и контактам. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим пост Владимира Владимирова, известного ресторатора нашего города в Фейсбуке. Он там активно это все. Вот тут и видео есть, как это все происходило. Самые буквально первые слова Алексея там в приветствии. Вот фотографии. Сидим за столиками. Музыканты, да. Юлия Баканова, елка. В общем, вот таким образом это все выглядело. Это буквально, ну вот, кусочек того, что было. Естественно, все эти подробности вот увидите. Да, Владимир Владимиров пришел как раз со своей дочерью. Тоже активно принимали участие в наших опытах и экспериментах. Я надеюсь, конечно же, зарядились также положительными эмоциями. Только такие классные впечатления остались, конечно же, у наших гостей. Вообще, это хорошее дело, мне кажется, можно некую такую разминку, променад перед Новым годом, в принципе, для всего города проводить в следующем году так, что в этих числах, чтобы бац, зарядиться таким позитивом на недельку перед Новым годом, чтобы уже в Новый год вступать уже в полной расцвете сил, так сказать.